зеркало, глаз к улыбке. Что-то особенное. Рушек, скажи, пожалуйста, что общего, ну, например, между записью нового альбома в студии и приготовлением какого-нибудь изысканного блюда татарской кухни? Что общего? Да, что общего? Общего. О, повар. Повар, он же изготовитель. Человек, который готовит изысканные блюда татарской кухни и делает альбом. Это я один. Все. Мало того, что я умею готовить изысканные блюда в татарской кухне и делать песни кое-какие. Изысканно на баяне играть. Изысканно на баяне. Да. Костя мой старый приятель, по прозвищу Шум и Гам, не любил ходить на работу и тепло относился к врагам. Он говорил: враги — это благо, если есть враги, ты живешь. И когда он выходил прогуляться, он всегда брал с собой нож. Эй-хо, эй-хо, он брал с собой нож. Эй-хо, эй-хо, он брал с собой нож. У него были твердые взгляды и густой прокуренный пас. Он говорил: так нам надо, коль они имеют всех нас. Мы привыкли ходить стадами, а стада нужно резать и стричь. Каждый должен пасти своих собственных бесов и иметь свой собственный бич. Костя, 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 Шум и Гам, ты жил рядом с нами на радость друзьям и на горе своим врагам. Костя ходил в одиночку и по морю, и по земле. Он не любил незнакомых компаний и всегда гулял сам по себе. Костя моряк, он на суше оставил Соню рыбачку свою. С ней испытал я все радости рая, но нам было тесно в раю. Эй-хо, эй-хо, очень тесно в раю. Эй-хо, эй-хо, нам было тесно в раю. Свобода не девка с косою, ее не просто любить. И прежде чем ты насладишься свободой, ее еще надо добыть. В этой борьбе мы так часто теряем друзей и лишаемся сил. Но Костя был парень веселый и бойкий, и помощи он не просил. Костя, 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 морячок, присядь с нами рядом и выпей стаканчик, сыграй нам и выпей еще. Но Шума и Гама от Кости бывало порою до самых краев. Во всем он хотел докопаться до сути и в споре бывал суров. Тогда он без удержу пил и ругался, и сыпались бесы из глаз. Ох, как же крепко порой доставалось от Кости любому из нас. Эй-хо, эй-хо, мы с ним ругались не раз. Эй-хо, эй-хо, мы с Костей ругались не раз. Но мы не могли и представить, что Костя уйдет от нас. Видно, такие ребята знают, когда приходит их час. Он просто зашел попрощаться, сказал: не грусти, старичок, мы все обязательно встретимся в море или где-то еще. Эй-хо, эй-хо.
гостям.